Доброе утро. Продолжаем идти по улице Демидова. Вот. Доброе утро, козёл. Продолжаем. Вот она, прах уже, кажется, мало осталось. Дойдем до улицы Ишковой. Что у нас здесь? Да, красивые домики. Кто как мог, так и построил. Кого на сколько денег хватило. А вот у него, кажется, не хватило. А у этих хватило. Перейдем на ту сторону, поближе снимем эти домики, а то солнце светит. Вот эти домики здесь, видите, какие. У этих хватило денег. Хорошо весной. Вот своеобразный домик напротив. Деревья кругом растут. Да, уже, наверное, несколько лет. Улица, вон деревья какие выросли. Это была раньше окраина, наверное. Здесь не колхоз был, а обхоз. Наверное, их поля были. Вот еще. Разные домики. Это у нас узбеки приехали работать. Это напротив домики. Магнит поехал, продукты повез. Вот такая у нас утренняя жизнь в Михайловске. По улице Демидова. Утренняя прогулка. Вот еще один домик. Ой, сколько здесь переулков. А, вон это... Дорога к акварели. Сколько здесь переулков. И все куда-то идет. А мы идем на улицу Ишкова. По улице Демидова. Ишкова. Такая фамилия странная. Может быть, буква потерялась в этой фамилии. Ишкова. А может быть, Ишкова. Правильнее. И фамилия там затерялась. Как у меня. Фамилия. Где ж мое окончание моей фамилии? Потерял я. И стал Рахманин. А может быть, мы ж с одной губернии, с предками композитора Рахманинова. Ну, мои, наверное, были крестьяне. И поэтому фамилию дали
Мусорка поехала, мусор собирает. Хороший бизнес на мусорке. Ставят только сынков очень высокопоставленных людей управлять этим мусором. Видите, какая улица у нас.